знаю, кто эти люди. Возможно, эти люди приехали на wakeboarding. Я думаю, что это очередь просто из следующих участников. А сейчас мы с нашими реальными участниками, фотографом Анной Шаховой, и тренером Ксенией Наумовой и нашим водителем по имени Джордж едем кататься. Постоянно. Ты должен вылететь и выровняться, как струна, вот так. А потом садиться на воду. А что ты поджимаешь ноги? Ты ж технику всю портишь. Зачем? Куда поход едешь? Тебе надо пожестче чуть-чуть держать. Ты уж... Бэм! И все. Будет тебе космос, будет тебе сказка. А еще космос. Ты понял, что я хочу? Все. После трамплина хочу увидеть ровно. А потом делать вот. Это слезы, это страдания. Я бы бросил, но это как зависимость. А, я на фанбокс заехала первый раз. И первый раз я съехала, и все было круто. Мне дали 5, это значит, я сделала. Не знаю, как скажет тренер. На его усмотрение, ну, наверное, моб 7. Потом дабл кап кэп. Нет. Thank you.
Нифига еще нахуй вечерний катал, да вас что, ребята? Вы что, сегодня уникальная возможность кататься без корейца? Ну, кстати, да, это очень уникально. Это редкий вообще случай, они же меня, походу, отдыхают. Меня только что тошнить чуть перестало. Это, кстати, хороший знак. Я уже отошел. А я очень хорошо намотал, смотри. Вот прям все мозоли замотал. Логин, что-то у тебя виднеется все-таки. Я вот про это. Сука, красный синий. Это сарказм, блядь. У кого радужный будет? Мы вчера, да, гадали на блевотной гуще. А что у вас случилось? У вас Виталик пытался жить самоубийством покончить? Нет. Я когда зашел в номер, Виталик, знаешь, молча голый открыл. Даже не спрашивал, а что, просто открыл голый и уходит обратно.